Первый рабочий день лета на набережной Увади торжественно открыли школьную трудовую кампанию 2019. Занятость ивановских ребят в каникулы традиционно организует молодежный центр. В этом сезоне к общественно полезным работам привлекут около 1000 человек. Вообще это очень, я считаю, очень полезно для подростков, так как они вообще начинают ценить труд, начинают ценить, что такое зарабатывать деньги. И очень многие, которые не по первому году ребята у нас работают, они вообще становятся совершенно другим. То есть понимают, что мусорить в городе уже не так они будут. И идут, отмечают, что вот мы убираем, а кто-то бросает. И сами уже этого не делают. Примечательно, что большинство ребят приходит не по настоянию родителей, а самостоятельно. Хотят помочь родному городу стать чище, познакомиться с новыми людьми и, конечно, заработать немного денег на карманные расходы. В зависимости от возрастной категории, школьники получат от 4,5 до 6 тысяч рублей за 12 дней. Работать придется по 3 часа. Узнал, по-моему, из газеты еще в прошлом году, потому что я второй год работаю, и устроился так. Заработать денег, то есть, многие идут работать, то есть для этого... чтобы благоустроить город, то есть убрать территорию, сделать город чище, лучше. Этим летом ребята будут благоустраивать городские парки, скверы и набережную. Новые точки – аллея на Шубиных и проспект Текстильщиков. Займутся озеленением, мелким ремонтом и уборкой мусора. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.